О молекуле фуллерена Иван Шептун узнал во время урока химии. Парень решил создать свою собственную модель. Рассказывает, образец изготовил за несколько часов из подручных средств. Понадобилось около 8 часов для того, чтобы ее собрать. Я использовала обычные бусы, так как в них уже просверлено было отверстие, и вязальную проволоку толщиной 0,3 мм. Модель молекулы Иван сооружал по эскизу. Для этого сначала изготовил образец из картона. Он создал копию, которая сохраняет все свойства оригинала, растягивается и сужается. Картона для того, чтобы посмотреть, как соединять атомы. Атомы соединяются пятиугольниками и шестиугольниками. Это образец, как картонная модель для более легкого выполнения из проволоки. Называется эта фигура усеченный косаэдр. Состоит из 12 пятиугольников и 26 угольников. Помогала Ивану преподаватель химии. Учитель советовала, как лучше соединить материалы между собой. Уверяет, до этого никому из украинских школьников не удавалось сделать подобную модель молекулы. Нужно было, во-первых, рассчитать, сделать расчеты, то есть это математика. Нужно было посчитать, сколько взять пятиугольников, шестиугольников. Как сказал потом мне Ваня, Ирина Викторовна, это очень просто. Нужно взять правильные шестиугольники и правильные пятиугольники, но для этого нужно было это понять. Потом, как их соединить, шестиугольники с пятиугольниками, это тоже было сложно. Ну, тем, что, во-первых, он показал детям, что это возможно сделать. Интересоваться химией Ваня начал еще в прошлом году. Тогда же стал ставить первый опыт, рассказывает классный руководитель. Прослеживаю его успехи и, конечно, вижу, это было постепенно. Сначала увлеченность химией, опытами. Он бегал, мне показывал кристаллики всякие. Потом было более, каждая ступенька более серьезно была. Ивана пригласили на Всероссийскую олимпиаду по химии. Она состоится в Московском государственном университете 11 марта. Мальчик планирует там продемонстрировать свое изобретение, а в планах у школьника добыть фуллерен химическим путем. Елена Антонова, Инга Лапикова, Евгений Красюков, «Панорама».